в сборную. Анна Бессонова. Трансляции, к сожалению, не уловил это лебединое движение рук во время равновесия. Очень красиво смотрелось. Много сегодня потерь, конечно, но вот это, что называется, первый старт в сезоне. А что касается образа, то, безусловно, это очень удачно. И вот с тех пор, как ушла из спорта Юлия Барсукова, у нас не было еще лебедя. И вот, по-моему, Анне Бессоновой этот обруч подходит. Вообще украинки стараются подбирать такие лиричные композиции.